Любовь, сердце поет, в путь оно зовет. Ждут приключения нас вновь. Мотор ревет, мчимся мы вперед, никаких преград не боясь. Вверх, туда, где все звезды, смело взмывай, не робей. Ключ на старт и вперед, начинаем полет. Горе нам не беда, ведь мы вместе всегда. Только вместе залечимся мы к победе. Да стремимся, пусть дорога трудна, беспросветна порой, все равно мы с триумфом вернемся домой. Только дружно, только вместе, Flipchanger к победе придем. Flipchanger! Привет, меня зовут Рэй, а это мой верный напарник Flipchanger Блейз Райдер. Нас ждут серьезные испытания и сильные соперники. Каждый флипченджер обладает уникальными навыками. Кто-то прыгает супервысоко, кто-то супердалеко, кто-то суперточно, а кто-то универсален и хорош во всем. Но тут появляется траблмейкер, любитель коварных экспериментов и нарушитель спокойствия. Он пытается всеми способами помешать нам, доставляя неприятности и срывая наши соревнования. Команда флипченджеров готова объединиться и дать отпор. Давай скорее! Бери свой флипченджер и присоединяйся к нам. Да пребудет с нами сила и справедливость! Вопреки всему. Из дома не ногой. Сначала уроки. Погода классная. Может, потренируемся? Ты что, не слышал? Сначала надо сделать уроки. Да, но Рэй не знает, как их делать. Кажется, придумал. Нужна монета. А? Монета? Для чего? Она подскажет ответы. Что? Вечно ты с глупостями. Тихо, тихо, мы же друзья. Я просто хочу поскорее начать тренировку. О, как мне скучно. Сколько можно сидеть в четырех стенах? Выйди, проветрись. Но зачем? Устрой этим детишкам очередные козни. Сразу повеселишь. А? Верно, верно. Пора устроить очередную проделку. Наконец-то я его выпроводил. Пора заняться поисками. Я не ради интервью. Мне очень нужен Джон. Я вам не верю. Ну же, это правда. Что вам угодно? А? Джеки, этот назойливый репортер ищет Джона. Послушайте, я же вам говорил, никакого интервью не будет. Нет, дело не в этом. У меня важные сведения. Насчет... Что это? Прекрасный вид. Траблмейкер! Джерри прав, мне очень нравится смотреть, как страдают люди. Это так весело!
Привет, детишки! Познакомьтесь с моим новым изобретением! Держитесь! Надо попасть по цели! Что это? Что такое? Это тайфун! А? Но в прогнозе было солнечно. Нет, моя домашка! Стойте! У меня унесло домашку! Сильный ветер. Flip Changer. Машинки с уникальными характеристиками. Прыгай и трансформируйся. Попади в цель. Одержи победу. Flip Changer. Собери всю коллекцию. Flip Changer. От вентилятора злодея! Вентиляторы создают воздушный поток с помощью лопастей. Воздух засасывается сзади и выбрасывается спереди. Да! Сзади поток такой же мощный. Атаковать отсюда нельзя. Это опасно! Точно! Попасть в такие мощные лопасти – это не шутка. Будет непросто. Поток такой силы, что флипченджеры не смогут допрыгнуть. Да, а главное, мы не видим, где наша цель. Джон, дружище! Наша цель на лопасти! Флип-ченджерам! Сложно противостоять такому потоку! Я подберусь сзади! Мы тоже поможем! Попытаемся отвлечь траблмейкера. А Рэй займется нашей целью. Позвольте взять у вас интервью. Ну что, ребята, подумываете сдаваться? Размечтался. Мы придумали, как справиться с твоим гигантским вентилятором. Что? Как интересно. Может, откроете мне свой секрет? Так я тебе и сказал. Готовься. Ты скоро сам все увидишь. О, нет, ребята. Боюсь, вам сюда не добраться. Ладно, приступим. Пора воспользоваться навыками длинного прыжка. Этот мощный поток увеличит твою скорость. Будь осторожен. Не беспокойся, я справлюсь. Клаудашер, Флипченджер, вперед! Лаки Спаркл, Флипченджер, вперед! Тандеркросс, Флипченджер, вперед! Траблмейкер, ты пожалеешь, что связался с нами. Флипченджеры, вперед! Они едут. О, ко мне, ко мне. Получайте. Флипченджер! Ультраджампер, флипченджер, вперед! Ждут приключения нас. Вновь мотор ревет. Мчимся мы вперед. Никаких преград не боясь. Вверх, туда. Ультраджампер, давай! Смело взмывание. Круч на старт и вперед. Начинаем полет. А? Глазам не верю. Берег
ожидал. Дедуля, я спасу тебя. Дедуля! Что это? Думаю, это трость, которой Траблмейкер управляет камнями. Какая страшная штука! Да. Оставим ее руководству лиги, а потом отдадим полиции, чтобы она схватила злодея. Рэй, пойдем тренироваться. Сначала надо сделать домашку. Домашка! Домашка! Ее же унес ветер! Мое! Мое! Я подниму! Это точно мой! Я тоже хочу поднять листик! Траблмейкер внезапно приходит к репортеру Дину. Чего он хочет от него? Тем временем в небе появляется космический корабль. Кто управляет этим аппаратом? Рэя приглашают на борт. Ему что, грозит опасность? Смотрите в следующей серии «Прими новый вызов». Флипчейнджер, превзойди себя и брось вызов своим возможностям. Флипчейнджер! Озвучено ТМС в 2023 году. Вновь сердце поет, в путь оно.